вами Жузя Лала. А сейчас мы у Ренаты Стайлс. Сейчас нам будут делать прически. Сегодня у нас будет фотосессия в стиле Кэнди. Я жду сейчас Олжан, Жан, Лала. А, вот мне уже начали делать прическу. А, буду делать из вот этих змеек, да? Цветных. Сейчас карамелек. Я буду карамельная. А, пока ждем Олжан. Сейчас она скоро должна подойти. Всем привет! Как у вас дела? Мы сегодня будем снимать... Сегодня у нас будет фотосессия, но я немножко опоздала. Там уже, наверное, все начали. Сейчас меня ждет наказание, думаю. Вот. Привет! Здравствуйте, Рената! О, вот Олжан пришла. Привет, Жузя! Чё, нравится тебе? Да, шикарно. А, вкусно пахнет. Вот, я, короче, опоздала. Сегодня у нас будет фотосъемки. Сегодня, ну, сейчас нам делал. Нет, приседай. Всем привет еще раз. Мы сейчас уже закончили свой мейк. И Дане нельзя разговаривать, потому что у нее здесь фото. Нельзя разговаривать. И мы едем сейчас к Ренате, что волосы и прически сделать. Дана, вот там. У тебя макияж офигенный, Жанна. Вот у Рустины жвачки на голове. Спой, настоящие съедобные жвачки. Потом фотосессии съедим. Всем привет! В субботу мы работаем. Ну, в принципе, нам не привыкать, мы это дело любим. Девочки мои, Лала Бен, сегодня запускают новый проект. Мы на 2018 год планируем календарь с Лала Бен. Вот. И фотопроект у нас в стиле Кэнди. Долго думали, сможем ли мы это воплотить вот так, как вот хотелось бы. Вот. И очень порадовались тому, что в нашем городе есть такие мастера. Вот. Огромное спасибо Самал Бьюти Студии, которая вот прям всей командой, они работают над образами. Вот я тоже сегодня в стиле наших девочек. Вот. Все символично. Четыре девочки, это четыре сердечка, которые сейчас вот очень волнительно бьются с целью, чтобы все у нас получилось. Ну и над волосами нашими колдовала эта чародейка Рената Стиль. Спасибо большое вот за такую вкусную работу, которая у нас получилась. Вот. Также мы благодарим Империю сладостей, которая отозвалась в данном проекте и предоставила очень много инвентаря сладкого. Вот, и не только. Поэтому я очень рада, что подобного рода творческие идеи всегда находят единомышленников. Вот, и вот только в таком случае у нас получается движение вперед или движение вверх. Дизайнер еще. Да, хочу также сказать, как бы сегодня вы увидите новый образ Лала Бенд. Это новая линия одежды Лала Бенд, которую, я думаю, придется по вкусу каждой модной девочке к тебе. И не только. Вот, которую можно будет также заказать. Посмотрите, это Гульназ Бай Годдес, которая тоже не знает границ и совершает на образах наших девочек такие чудеса. Поэтому следите за новостями. Всем привет! Русь, тебе спасибо!
спасибо. А что думаете вообще по поводу календаря? Что это? Зачем он нужен девочкам, ну, который будет его покупать? Чем он интересен? Чем он яркий? Что, ну, каждая девочка хочет. Ну, во-первых, тайм-менеджмент сейчас в моде, и каждый свой день надо планировать. Если у вас нету плана на завтрашний день, вы просто зря его прожили, и девочки Лалавент об этом знают. Поэтому мы создаем календарь, который будет, по крайней мере, вам подсказывать, что вы будете делать в ближайшие 4 месяца. То есть это будут развернутые 4 страницы, где на каждой из них будет расположена каждая из девочек Лалавент. То есть вы на каждой странице будете также узнавать то, что любят наши девочки. То есть этот календарь не скучный, цифры будут, но также это будут красивые образы девочек и небольшая информация, подсказка, некий коммент от каждой из них. Поэтому, если вам это интересно и вы хотите яркий, сочный, говорящий календарь, то, я думаю, он должен висеть на вашей сцене. Он должен висеть на вашей стене. Смотрите, это так странно. Мы ходим по улице, а у нас на голове конфеты или вообще... Все страшно, что вы опоздали. Нормально все, конечно. Вот. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в студии с Леон. Как ты можешь такие сладкие, как ты можешь это говорить? Переоделись наши костюмы. У меня такой топ вместе с такой курточкой, шортики. И вот так вот. Поехали! Не убейте друг друга! Лалавент, я вам желаю успехов, вы молодцы, вы... я вас люблю. Это Даурин, это наш фотограф. Это наш самый любимый фотограф. Короче, вы будете его видеть очень много. Я доверяю, чтобы никто в рот не сувал, поняла? Ага. Она сама засунула. Так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов сольдом в наших стаканах. Я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов сольдом в наших стаканах. Девочка, так.